Одинцовские партийцы помогли супругам-ветеранам из лесного городка с заготовкой дров. Соответствующее обращение руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев получил от председателя Совета ветеранов поселка Лесной городок Розы Волошиной. Пенсионерка рассказала, что привезенные пожилым людям дрова слишком велики и не влезают в печь. Активисты «Единой России» распилили поленья, затем накололи и сложили. Ветераны смогут ими пользоваться осенью и зимой.